Это наш всеми любимый директор самого известного концертного агентства «Суперсвято» Сергей Сергеевич, или просто СС. Да, именно СС. Его репрессии намного жестче. Сергей Сергеевич, просто... А это наша Маша. Единственный человек, который пытается остановить СС и доказать всем, что она круче, чем Даша. Что просто? Просто только шарики лопаются, а здесь целая диверсионная группа с мыльными пузырями. А это Даша. Ее знают все в агентстве. И не только. Самое страшное, когда она молчит и пишет. Ведь это значит, что она пишет новую гениальную идею, которую всем придется воплощать в реальность. Все! Я вам это еще вспомню! Да, вот так-то. Но история на самом деле начиналась так. В городе Н вместе росли и почти дружили Маша и Даша. В школе Даша и Маша еще больше сдружились. А в институте ближе и родней вообще никого не было.
Но время идет, и вот она, взрослая жизнь. Как ни странно, через годы они снова встретились. Даша! Маша! Даша, ну ты как всегда налетаешь без предупреждения. Маша, а ты как всегда неотразима. Чем живешь? Где работаешь? Да так, занимаюсь нефтяным бизнесом. Надоело ездить в душном лимузине. Решила пройтись пешком навстречу. Классно! А я иду на кастинг. Буду сценаристом, а может, режиссером в концертном агентстве «Суперсвято». Кто на кастинг? Проходим! Ого! Сколько конкурентов! В смысле? Ну, конкурентов у тебя много? А ты куда? Ну, раз зашла, тоже схожу на кастинг. А то надоело это богатство. Хочется быть обычной женщиной с нормальной работой. А, ну да. А лимузины? Позвоню, приедут. А сейчас идем на кастинг. Научу тебя, как нужно проходить кастинги. Понятно, даже читать не буду. Будете просто сидеть в кабинете и слушать, что хотят клиенты. Я очень красиво пишу. Не сомневаюсь, но это не важно. Для уверенности пожелания клиента, его пожелания будут записаны на диктофон или камеру, естественно, с его разрешением, чтобы настоящие специалисты могли работать над мероприятием с полной информацией. А я? А вы улыбаетесь, клиенты это любят. Круто я придумал. Клиент заходит в кабинет, а перед дверью ему компьютер. Для улучшения качества работы ваш разговор может быть записан. Чудесная идея. Только не забудьте, что клиенты могут отказаться, чтобы их писали. Да, об этом я не подумал. Тогда ладно, пусть улыбаются. А рядом сидит специалист. Встреча два в одном. Следующий. Thank you.
офис работает? Маша работает, причем уже очень давно. Отлично! Мне посоветовали это агентство и сказали, что лучше и креативнее никого нет. Да, мы такие. Я так устала. Может, агент по чашечке кофе и все обсудим? Я не против. Куда идти? А давайте в кафе «Хлебец». Может, лучше в Париж? Я оплачу. Я не против, только мы закрыли нас под домом. Эми, у меня ресторан за углом. Ну, можно и куда? Большое спасибо! Мы вам позвоним! Входите! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и ваше резюме? Подождите! Идите, пожалуйста, сюда. Да. А это будет ваша стартовая зарплата. И все официально. А еще отпускные и больничные. В общем, полный пакет. Но надеемся на вашу честность и результат. Спасибо. Договорились. Мы всегда куда-то спешим и даже не задумываемся, как быстро летит время. И вот в один прекрасный момент нас останавливает жизнь и четко говорит: кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Так что на нас держится экономика страны. И компании, которые заказывают у нас праздник, не должны страдать из-за того, что кто-то что-то забыл или куда-то. Всем все понравилось. А я опоздал из-за того, что ездил за батарейками. А у меня были батарейки? Я решил перестраховаться и заодно взял жидкое мыло. Клиент не просил жидкого мыла. А вдруг пригодится? Ладно, мне мама просила купить. Дома закончилось. Я быстро съездил, но успел. Все работы делаем все четко по плану. Так, раздайте всем наряды. Спайдермен и Бэтмен 10:00 детский праздник кафе Белочка Плюс. 12:00 в ресторане Чуми Юми день рождения у сына директора кондитерской фабрики. И с 16:00 раздача флаеров. Вот папа, тут все подробности. И прошу вас, осторожней с костюмами, а то стирать будете весь набор костюмерный руками. С
Сделаем. Так, Феи Винкс, 11.00, открытие магазина «Мини-модниц». В 14.00 детский праздник в специализированном детском садике «Зеленое детство». Ну, название. Там просто все только задорно. Так, ну и вечером детский кафе «Лунтянки», день рождения дочки директора кондитерской фабрики. Так у него же... Да, у него близнецы! И они настолько личности, что день рождения у них отдельный и в разных местах. Так, все работать! Взяли папки, там все написано. Прочитали и приступили. А Дашу и Машу я попрошу остаться. Ты уверен, что никто не заподозрит? Мы готовимся к мероприятию. Костюмы на нас. Что нам делать здесь? Правильно, нечего. Поэтому не заподозрили. Ну давай, только аккуратно. Отвечаете за важный заказ. Крупнейший банк хочет незабываемое мероприятие, но не знает, что. Клиент будет через 10 минут. Можете здесь и пообщаться. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, а это Мария. Мы надеемся, что будем вести ваш проект. Здравствуйте, Кристи Рич. Вам должны были все рассказать. И я хотела бы услышать предложение насчет корпоратива. Кстати, хочу напомнить, что... Банальный бал, фейерверки, лимузины, фонтаны с шоколадом уже надоели. А как вы смотрите на идею поехать в лес? Она хотела сказать праздник с лесной гламурной стилистикой, ведущей звезда, в которой будет лес. Странные люди. Да нет же, я говорю о конкретной поездке в лес. Активный отдых, байдарки, квадроциклы, луки, скалодромы, арбалеты. И там же вечеринка с официантами, диджеем, большой сценой и шоу-программа. Ну и как это все будет? Сделаем в лесу специальный парк с зонами. Организуем трансфер кайтринг. И сделаем спортивную игру с командой образования, которая вечером перерастет в яркую шоу-программу с награждениями и поздравлениями. В принципе, мне эта идея нравится, но как это все будет происходить вдали от цивилизации? А вы не переживайте, цивилизацию мы возьмем на себя. Организуем и кухню экзотическую, и все необходимые условия, и шоу-программу, просто незабываемую. А давайте тогда сразу перейдем к подготовке праздника. Алло, Катенька, подготовьте нам, пожалуйста, все необходимые папки по выездным мероприятиям. Так, видела София костюм и Поляков. Смотрите, какая красивая коробочка. У нее какой-то праздник. Точно, день рождения. Поэтому она и говорила сегодня раз в пять. Я так хочу сладенького, чего-нибудь сладенького. Я всех соберу
А вы за тортиком пулей. А пыльцу брать? В смысле? Шампанское брать? Вы что, если СС узнает? Только сок. Полетели. Может, по маленькой чашечке кофе? Давайте пройдем в кабинет и обсудим детально все нюансы вашего праздника. Хорошо. Вот это да! Так, надо срочно забрать наш сюрприз. Так, день рождения это как-то слишком. Слушайте, я уже трек подобрал. Ой, не тот. Что, уже запачкал? Я это вообще-то... Так мы опаздываем, дети любят тоже сфотографироваться в плаще. Только не запачкайте. И что теперь?
попробует поднять коробку? Да уж! Так, полетели мир спасать. Куда? А ты в папку посмотри. Который обещали прислать. Но кто его принес? Где накладная? Так, поставим его в шкаф. Обожаю вашу компанию. У вас всегда спецэффектов больше, чем в Голливуде. Так может, по чашечке кофе? Меня отправить на выездной корпоратив. Мало того, что везде одни пеньки да кусты, да еще и Даша в придачу. Опять буду слушать ее все нравоучения. Почему бы меня не отправить в ночной клуб на выездной корпоратив? С голубоглазым брюнетом, 1,80 м ростом, с широкими плечами. Only you can to make all this world seem right. Only you. Алло, да. Алло, Маша, мы уже стоим под твоими окнами. Ровно в 7:00. Как договорились. Ой, подожди, у меня вторая линия. Да, луки, стрелы и арбалеты привозят ровно в 9:00. Алло, Маша, не забудь взять все сценарные планы для фотографов и операторов. Значит, Лена, ты говоришь 150 человек? Да, 150 человек. Из них 2 женщины в положении, 5 маленьких деток до 5 лет и 15 малышей до 10 лет. И подростки со взрослыми. Так, где эскизы и площадки?
Вот, все в этой папке. Как видите, все продумано и подготовлено. Вот специальные площадки для самых маленьких, специальное покрытие, заборчики, бассейн, звездная ручка, звездный песочек, вот и место для игротехников. А вот для малышей постарше, целая палатка с отделами, игровой зал, кинозал, специальная площадка с супергероями. А вот для площадки для взрослых, площадь для встречи с колодом. Спасибо, девочки. Только я вот одного не пойму. Если все уже стоит и всего так много, то где это все и куда идти? Нас высадили на юге, следовательно, насколько я помню карту, то идти нужно на север. А где тут север? Север там, где холодно. Нужно идти, откуда дует. Так, стоп. Нужно идти туда, где мох. Или наоборот. А зачем нам мох? А клиент сыр с плесенью дорогой заказал. Сыр привезли, а плесени нет. Положим мох. Что за шуточки? Какие-то неправильные деревья. А может, покричим? Ага, и горло сорвем. Будем идти вперед. Алло, Маша, еще 5 минут и пойдешь пешком. 7:30. Сколько можно? А я уже здесь, но раз ты говоришь, что у меня еще есть 5 минут, то я возьму свой зонтик, вдруг дождь пойдет. Какой зонтик? В машину и поехали. Алло, Кира, как у вас там дела? Ну, нормально. Проверяем зону вокруг лагеря. Я тебе позже перезвоню. Оля, смотри, какие птички. Девчонки, а вы вообще-то служили? Ничего и слова, девчонки. Чего ключевого? Вам конкретно сержант ВДВ вопрос поставил. Ребята, с праздником и до свидания. Мы вообще-то заняты. Слышишь, значит, она служила. Что за праздник? День ВДВ. Все, девчонки, идемте с нами. У нас на поляне все накрыто. Здесь мой муж, он бы вам устроил. Позор двоим девчонкам приставать, да еще так грубо. А ну, брысь отсюда, пока что не заставила отжиматься и честь отдавать. Вы не обижайтесь. Вообще, в ВДВ все ребята супер. Только иногда попадаются. Чуть-чуть послужил, а уже модный. Ну ты вообще, как Джеки Чан. Где научилась? Муж подполковник ВДВ. Девчонки, я слышу музыку. Здравствуйте! Хотела бы напомнить, что шашлыки и устрицы нужно подавать в разное время. Если бы вы знали, как мне хорошо. И по этому поводу я решила слетать в Сочи. Кстати, роуминг за ваш счет. Спасибо. До свидания. Вот тебе и миллионерша. На разговоре сэкономила, а на поездке нет.
А я такую прикольную фишку придумала. Все работники выходят и танцуют Ганган Стайл. Наконец-то, Кира Владимировна, мы вас ждем не дождемся. Вот у нас проблема. Два раненых инструктора. Это как? В общем, один ответственный за холодное оружие стоял ночью в дозоре. А Ванька местный сказал, что кабаны ночью бегать могут. Даже машины переворачивают. А утром они что делают? Работают, а Ванька так помогает. Да при чем здесь Ванька? Кабаны что делают? А кабаны, не знаю, спят, наверное. А почему они днем спят? Откуда мне знать? Потому что ночью тусят, бегают по лесу, не спят. Так, про кабанов потом. Переключились, раненые. В общем, стоит он в лазоре, а два других инструктора решили, чтобы в лагере никого не будить, в лагерь возвращаться ползком. Кто быстрее местность пересечет, не заметил. Ну и? Ну, он их заметил, испугался на дерево и давай пулять из лука и арбалета. В общем, 4 выстрела и 2 попадания. Так, с вами не соскучишься. Мне мою рацию, во-первых. На точке поставить помощников этих ЗО. И чашечку кофе кто-нибудь принесет к сцене. Больших и малых сцен. Как у вас дела? 5 минут, и мы готовы встречать гостей. Интересно, и что это было? Надеюсь, что клиенты опаздывают, но у нас 30 минут. Ну как вам мое появление? Думаю, детям понравится. Да, родители явно захотят забрать детей, пока более эффектно не появился другой игротехник, и сбежать домой. Ничего, мы в этот раз заряд послабее поставим. Так, никаких снарядов, никаких эффектов. Просто играем на площадке с детками. Я надеюсь, цена гонорара останется неизменной. Вы же знаете, в нашей профессии всегда все серьезно. А вы не могли бы сделать это завтра вечером? Но помните, в нашей профессии не все так просто. Я так устала! Это жара, этот воздух, этот песок, в котором грузят мои каблуки. Маша, чего ты ноешь? Воздух, природа. Мы дарим людям радость. Так, гости на подъезде. Мы готовы начинать. Говорите, что нужно от нас, и будем готовить наш супер праздник. А, да, совсем забыл. Мы вам еще пригласили известную звездочку. Неужели она? Да, именно она. И она уже дала добро. Тем более, сложно сказать нет директору своего продюсерского центра. Сергей Сергеевич, вы просто супер!
хорошо держалась. По-моему, все прошло супер. И кто-то уезжать не хотел, пока всем не сказали, что трансфер для всех вместо продолжения банкета в ночном клубе «Сияние». Везет. А я на кого похожа? Костюм от Гуччи, туфли от Диор. Зато прическа на турпродукт. Нейтан Лес. Ну кто тебя просил? Ты что, не мог подождать, пока мы в машину сядем? Что, развлекаетесь? Звонил СС, сказал, чтобы мы подъехали обсудить новый заказ. А вот я уже наброски площадок сделала. А вы меня поднимать, жалеть будете? Нет! Нет! Не надо было квадроциклы перед заездом клиентов проверять. Ага, а потом говорить, ой, пламя, ой, горят, ой, в укрытие, сейчас взорвутся. Хорошо, хоть не взорвались. Ладно, Маша не гордая, сама справится. Заехать. Ну да, как обычно, в Париж. У меня завтра выходной. Так, девочки, я понимаю, что вы феи и вы в образе, но это не означает, что вы можете ходить в костюмах по городу. Приехали на место, переоделись или в крайнем случае ходите по улице и раздавайте наши визитки. Будут думать, что вы промоутеры. Ну, мы просто шли, никого не трогали. А тут он, да, спрашивает документики. Так мы ответили как следует. А вы не заметили, что документики у вас не сержант, а подполковник милиции взял? Так мы нормально сказали, мы в страну сказок. Куда? Это детское кафе, Сергей Сергеевич. Да, а еще сказали, вот наши документики, дали им визитку. Он с радостью ее взял, правильно документы принял. Да, я уже в курсе. Он 5 раз звонил. Говорил, что будет разговаривать со мной или с вами лично. Это какой-то подполковник милиции сказал, что если не можешь поговорить с директором, то скоро приедет. Он за любые деньги готов заказать Фея Винкс своей дочке на день рождения. И именно на 20 число. Вот, видите? Трудон какой-то! Я Бэтмен, лечу спасать тебя от жорстки. Нет, злодей, я не дам тебе свой бутерброд. Мы всегда говорим, что любим чистоту, но не любим убирать. Мы всегда говорим, что уважаем дружбу, но часто меняем ее на дешевый сладкий сюрприз. Мы всегда говорим, что не лентяи,
но мы всегда любим только отдыхать. Но рано или поздно жизнь заставляет нас взять себя в руки и быть полезным обществу, как работники агентства Суперсвято. А ты поешь. Круто! Это будет супер корпоратив!
думаете, он справится? Вчера на репетиции было все замечательно. Мало того, мы обещали ведущего, а тут два в одном. Известный фокусник и ведущий в одном лице. А кто мне расскажет, что за сюрприз ждет нас сегодня от великого маэстро иллюзиона? Если всем до этого все понравится, то от этого сюрприза они точно будут в восторге. Так, настроились. Ми-мэ-ма, ми-мэ-ма. Так, готова? Ми-мэ-ма. Быстро переодеваться. Самая невероятная звездочка Лада Радужная. Еще 5 километров, и я на месте. Надеюсь, я правильно иду. Говорили, тут компаса, GPS, а тут ни компаса, ни GPS. К нам идет великое чудо. Сейчас будет тот самый сюрприз? Да нет, это не запланированный сюрприз. Девочки, я тут такой классный сюжет для фильма придумал. Правда, СС боюсь сказать. Чего? Бюджет большой. Нормальный бюджет. А что, ты в этом фильме делаешь что-то плохое? Нет, просто он неприбыльный. Девочки, все быстро по местам. Начинается.
У тебя получилось! Главное поймать момент солнечного затмения. Да, такое шоу днем! Это было супер! А как эффектно! Главное, что все поверили, что это волшебство! А сейчас закрывайте глаза! Солнце, небо и луна! Все верничать пора! А сейчас открывайте глаза! А тут уже темно! Все подумали, что уже хватит шампанского! Готов! Куда идти? Домой! Наша жизнь – это зачастую прямая линия, в которой все идет по накатанной. Но для того, чтобы мы не расслаблялись полностью, а может просто, чтобы нам не стало скучно, встречаются дни, когда все начинает идти не по плану. Доброе утро! Здравствуйте! Чем могу помочь вам? Это мой клиент. Рада вас видеть. Чем могу помочь? Я мама Марии, директора вашей компании. У нас нет Марии, директор. Извините его за бестактность, у нас никогда не было директора Марии. Это же агентство Суперсвято? Ну да. Так, все понятно. Маша, ты что, мне врешь? Она мне четко дала понять, что у них никакого директора Марии нет. Мама, ты не понимаешь. Приехал учредитель, а еще у нас проверки. Вот я всем и сказала, чтобы все говорили, что директора Маши нет. Ну что ж, я думаю, мы подтвердили наше сотрудничество хорошим мероприятием. И теперь милости просим, если нужны будут наши услуги. Тогда еще раз здравствуйте, вы уже нужны. Всегда приятно работать с такими клиентами. Нам нужно провести юбилей одному из важнейших партнеров компании. Тогда, я думаю, самое время обсудить этот проект за чашечкой кофе. Молодой человек, вы не подскажете, где здесь буфет? У нас нет буфета, но рядом есть чудесная пицца Рим. Маша и Даша срочно к СС. А кто такой СС? Учредитель. Даша на деловой встрече. Да, Кира Владимировна, вам придется постраховать Машу. Нам Кира Владимировна не нужна, мы сами справимся. Так, давай, вперед, сама, а то знаем мы таких, потом твое место директора займет. Кира Владимировна, а кем вы здесь работаете? Режиссер. Ну так вот, вы уже не работаете, я вас уволила. То есть как? Ну, вот так вот. Я с директором все решила. Всем здрасте! Катя? Вот сколько лет, вот как сейчас вспомню, как наш диплом получили, так и все и потеряли. А мы вам звонили, звонили. Здравствуй, Валя. Только попрошу называть меня Кэт. В смысле Кэт? Ну, меня так все подруги лучше называют. Стильно. И не нужно лишних букв выговаривать. Так, что же я стою? Угощайтесь, ребята. Кто тут главный по накрытию столов? Смотря какой заказ. То есть наряд. Всегда по-разному. Так, наряды, заказы, заказ такой. А консервацию открыть, буженину нарезать и все на всех поделить. Так, стоп. Они
уже на работе, у них обед только через час. Вообще-то у нас обед с 12 часов, так что самое время. Так, а ты вообще молчи, я тебя уже уволила. Что значит уволила? А зачем нам конкуренты? А вот ты вообще что здесь делаешь? Кто тебя сюда послал? А, ну да, диверсию с колбасой решила устроить. Чего? Да я к дочке, к Даше приехала, она мне здесь главная, по этим, по проектам. А вот что ты здесь делаешь? Чего? Так говорить я не научилась. Так Дашка здесь работает? Ничего, исправим и уволим. Нам такие сотрудники не нужны с такими мамами нервными. Что? Ну вообще. Так, ты снова работаешь, а вы, ребята, последите за этой буйной, а я пойду дочку, Дашку найду. Она на деловой встрече. А может, успокоимся, пообедаем и все обсудим? Нам нужно по всему сказанному конструктивное предложение с точными схемами и документами. Мария, вы все записали? Конечно, конечно. Ну, тогда не буду вам мешать. Как я вижу, у вас уже время обеда. Мария, там есть кое-какие тонкости, может, обсудим их за обедом? Девочки, может быть, решать свои вопросы в другом месте? Так, ты тоже уволена. Окей, звоню Даше. Маша, я уже давно хотел сказать. Дай угадаю, ты наконец-то решил свозить меня в настоящий Париж? Маша, даже в этот момент ты неотразима со своим чувством юмора. Я хочу, чтобы мы всегда были рядом. Ты выйдешь за меня? Так, стоп. А ты у меня спросил? Кристи Рич? Значит так, знаю я вас. В начале отпуск, подготовка к свадьбе, потом медовый месяц, потом ребенка куда-то везти. А работать кто будет? Саша, ты же говорил, что у тебя своя компания. Что? Сейчас большому позвоню. Расскажу, кто там у него новый директор. Кому? Это директор моей компании, в которой я работаю менеджер. А эта компания входит в холдинг Кристи Рич. Так. Холдинг, шмолдинг, да, дамочка, вы что, не видите, что у них романтический вечер? Мария, позор, встала и ушла со мной. А ты, менеджер, даже близко не подходи. Нам бедные врунишки не нужны. Все узнают эту картинку. Многие живут этим виртуальным миром. И здесь у них вся жизнь. Конечно, это плохо. Но иногда даже жители этой губительной страны нас очень даже выручают. А ты уверен, что это поможет? Я с помощью интернета все найду. А тут еще и ссылки нужны есть. Да уж, мне бы не помешало пару лишних ссылок. Какие? Новая работа и как вернуть девушку твоей мечты. Так. Я вам уже русским языком говорила. Повысьте ему зарплату. Вызовите помощниц. Но он должен работать у нас, как специалист. И никаких может. Какая свадьба? Это 2 месяца непродуктивной работы. А это значит падение доходов на целых 0,1%. А у моей Маши с детства вещи брендовые, поэтому вкус хороший. Ой, конечно, хороший. Вот у меня есть фотка, там, где твоя Машечка. Бабушкины колготки натягивает на голову. А у меня есть фотка, где Даша опыты по химии в 3 года ставит, полдачи разнесла. Вот круто, вот это идея. Значит так, ты даришь ей цветы, а я играю
прикольную музыку, поддержкой вокальной партии, отлады радужной, параллельно в небе большой шар в виде сердца, и на нем я тебя люблю. И 200 человек делает флешмоб большого сердца прямо под окнами. А у нее под окнами станет 200 человек? Окей, что? Так, все, приступаем. Ну что у вас здесь за супер предложение, от которого я не могу отказаться? Да я и не показываю твои фотки, а вот она показывает твои фото. Так, все работаем. Мама, а вас я попрошу выйти с нами. Значит так, мама, вы сегодня же едете домой. А если нет? А если нет, то я больше никогда не приеду ни на Рождество, ни на ваш день рождения, и вообще работу поменяю. Вот воспитала. Мама, ты тоже уезжаешь, а то свои французские духи ты не получишь. Ну хотя бы прощальный ужин с нас, а сейчас до вечера. Как вам мой проект? Супер! Я не буду петь на такой сцене. Я хочу круглую и с поднимающимся подиумом. Так, я буду твоим подъемником, а круглая очень дорогая. Вот хам и жадина, хочу дорогую. И что теперь? Это пройдет, все будет нормально. Отдайте нашим специалистам, пусть перешлют, а то ни скайпа, ни GPS-навигатора. А зачем вам GPS? Чтобы расстояние отсюда до холодильника с колбасой отмерять. Нужно когда-то становиться самостоятельным, а то все на ваших хрупких плечах. И телефон к вечеру со всеми начинками вернуть. Так, теперь второй вопрос. Что, новая работа? Если не новая, то старая, но в очень крутых условиях. Это как? Сейчас я на всех сайтах спам, пущу инфу, подниму тебе рейтинг, пущу инфу, я от клиентов. Какой классный менеджер, и как без тебя плохо в компании. Так, я не поняла, ты вообще следишь за тем, что у тебя творится? Тут мне модераторы такое в отчетах прислали. Ничего себе, Санек! Тут столько позитивного про него пишут! Назначьте с ним встречу! Может, мы его к себе переманим? Ого! Наш Александр скоро станет самым популярным человеком в интернете! Да хоть на планете! Обманщик несчастный! И вообще, мне все равно, я еду в Париж организовывать фэшн-показ. А Даша? А Дашу я возьму с собой. Пусть посуду моет, сумки носит. Какую посуду? Ты ж в пятизвездочном отеле жить будешь. Да, и мы так хотим. Yeah.
делать. Сашенька, вы еще здесь? Я вас везде ищу. Есть предложение. Я пою на вашем этом празднике, а вы со мной снимаетесь в клипе. В каком клипе? Так, ну я понимаю. Ваш рейтинг выше, чем у Влада Рябцева. Но я тоже мега-звездочка, поэтому ваш на ваш. Так, я уже все решила бесповоротно. Так что, чао! Показов. Так минимум на месяц все откладывается. Почему откладывается? Летим в Париж. И я лечу. Ну конечно. И мы летим. Все летят. Я только первым классом. И к аэропорту должна быть хорошая машина. Вы что думали, звезда с вами маршруткой поедет? Мода – это всегда интересно, даже если не всегда доступно. Но лучшая мода – это когда ты нашел свое. А самое модное – это если свое – это не стиль и не брендовая одежда, а настоящая любовь. Работать, помнишь? Даша, ты неисправима. Это же город романтики. Здесь сбываются мечты влюбленных. А еще отсюда быстро пеньком под зад вылетают обратно, если не выполняют условия договора. Пока не приедет Жако Иллюминесцентович, иди проверь на явности наших моделей. И смотри мне по пустякам. С ними не разговаривай. Жду тебя через 5 минут. Даша, я же не знаю французского. Как я с ними буду разговаривать? Тут только наши модели. Ведь у нас самые красивые девушки. Забыла? Так может и я? Не может. Я имела в виду мы. А что, мы с тобой ничего? Маша, считай до 3. 1, 2. Детский сад. Так, девочки, мальчики, мы уже все наброски сделали. Так, давайте быстрее свяжемся с Парижем. Я не могу, можно я выйду? Куда? Мы на высоте 3000 метров. А может и больше. Да уж, с вами не соскучишься. Кто сказал, что именно сюда нам нужно идти? А я говорила, что что-то не так. Какой-то странный ход. И пассажиры меня смущают. Пассажиры как пассажиры. Подумаешь, пару коров и коза. Может, они в Париж на пасеку летят? Куда? Я где-то слышала в Париже, что есть странное место, это сено. Сено – это река. Значит, пить летят. Ладно, давайте я вас в другой салон выведу. Не надо нас в другой салон выводить, у нас же даже парашютов нет. Ага, еще не туда вылетим. Санек, ничего, что мы так в костюмах? Прямо как твоя охрана. Ага, охрана супергерой.
Ну зачем ему охрана? Он мужчина и сильный. Будете моей охраной. Скажу, что у вас четвертый дан по рукопашному. По рукопашному? Неважно, главное, что есть. Что есть? Главное, что в самолете вкусненько есть. И охрана у меня есть. Так, давайте лучше еще раз обсудим план. Вот как в Париж, так все! А как на собрание, так никого нет! Вы меня извините, но вы иногда слишком эмоциональны. Я эмоциональный? Ха, да, наверное, все-таки эмоциональный. Ну и как с этим бороться? Ну, во-первых, посмотрите на меня. Я всегда спокойна, как танк. Я бы сказал, как танчик. Я похожа на танчик? Да нет, это образное воображение. Ну и во-вторых... Во-вторых, есть у меня пару средств. Опять, сколько можно? Да, признаюсь, снова не туда вышли, но зато смотрите, какая здесь красота. Нельзя на эту красоту как-то со стороны посмотреть. А то я даже не поняла, как мы здесь оказались. Я очень боюсь высоту. Ты же Петя, пять крылья. Но еще и с девайс. Так, девочки, не ссорьтесь. Нам идет прекрасный мир. Если кто знает французский, вспоминайте. Точно, он нам покажет дорогу. Ничего не понимаю, феи пропали. Супергерои тоже пошли покупать карту и исчезли. На то они и феи, чтобы шопинг устраивать. Ага, а супергерои пошли спасать французов от чудовищ и злодеев. А что, здесь есть чудовища? Нет, просто наше чудовище с громким голосом еще не покорило Францию. А очень смешно. Между прочим, без СС не видать нам Парижа и хорошей работы. Все, я уже нашел, куда идти. Интернет – великая сила. Я такая молодец, но мне так плохо. Маша, ты что, им все понравилось? Мало того, у тебя есть возможность пофотографироваться мировыми звездами. Мне нужна одна, не мировая звезда. Дай угадаю. Ты говоришь о Александре? Так, а ну давай, поехали. Куда поехали? Опять до завтра проплачь. Билеты на завтра. Еще целую ночь мучаться. Ага, чтобы ты мне всю ночь спать не давала. Поехали, сейчас я быстро все порешаю. Неправильно, Сергей Сергеевич, вам нужно собраться. Собраться? Куда собраться? Может, мне еще на Северный полюс поехать, поворотиться? Или в Эстонию поэстониться? Ой, простите, сорвался. Я слушаю, мой учитель, уравновешенность и понимание. Да, Эллочка, представляешь, меня повысили. Я теперь менеджер первого звена. Хорошая зарплата, отличные отпускные. Подумала, моя старая работа лучше, зарплата меньше, но я к ней привыкла. Все равно потом все что-то там пачкают и за это приносят презенту, ну, чтобы я не громко кричала. Ну вот, приехали. Ну где ты, Санек, пошел? А ты предлагаешь за ним все вместе хвостиком ходить? Все пропало, они улетели. Куда улетели? Как куда? Домой улетели. Ой, Сергей Сергеевич, а где все?
А вы не могли бы дать нам номер телефона Александра? О, мои прекрасные! Он уже мило улетел за вами в Париж делать Маше подарок. И с ним наши коллеги. Люди встречаются и расстаются. И мы не всегда знаем, когда любовь, а когда влюбленность. Более того, мы не всегда понимаем, чем они различаются. Но нам всегда больно осознавать, что мы это теряем. Вообще больно что-то терять. Ну почему? Так всегда! Наша, это вам цветы принесли. Ого, и кто же это мог быть? Цветы! Маша, мое сердце навсегда твое, но, к сожалению, видно, судьба не разрешает быть вместе нам. И поэтому я должен уехать, чтобы все решить. Что решить? Так, Санек уехал, но мероприятие все равно нужно проводить. Нужно. Ну и где наш жужжащий муравейник, который создает супер праздники? Плачет. Кто плачет? Маша плачет. Да при чем тут Маша? Даша где? Успокаивать ее. Так, всех успокоить, пока у нас в офисе река Нил не потекла. Это мероприятие сорвем. А что решать? Даша все бумаги забрала. Как всегда, идем по плану. У меня эскиз готовый, только вот не знаю, какая световая гамма. Я спасу мир, я найду Дашу. Так, мышь летучая, я, конечно, понимаю, что у вас там координация плохая. Но не настолько же. Неужели вы не слышите плач с первого этажа? Да, мы простите, летим же, мой друг, на первый этаж. Так, Даша, ты должна подготовить важное мероприятие. Уже готова? Что готово? Мероприятие только через неделю. Клиент подписал и утвердил. Тогда молодец. Ну, молодец. Все готово? Готово. Так, завтра мне все в работе на стол и спокойно работаем дальше. Так, взяла себя в руки, я сильная. Платье или планшет? Загнутый кактус! Кто тебя звал? Ну ладно, тебе виднее. Так, девочки, новую рекламу видела. Всем влюбленным скидка на бензин. Ну вообще-то я понимаю, на цветы и на мороженое, а тут на бензин. На цветах ты не уедешь.
А зачем куда-то уезжать? Они и так вместе. А вот и Ира вместе взяли и уехали. Куда? Главное на чем? Вот мне нравятся большие белые машины. Да, точно. Медовый месяц на белом лимузине. Медовый месяц. И что тут такого? Так, девчонки, не забудьте, у вас сегодня серьезный клиент. Дочка директора, сын завода. Наверное, хороший сын и такой важный. Обычный сын. Просто ребенок всех пламенным сыром забрасывает. В общем, баба. Даша, вот видишь, взяла себя в руки и все хорошо. Какая я сильная. Даша, это тебе от моего сердца. Мне? Нет, я все понимаю. Ну что это за намеки? Блокнот, это типа я отстала для планшета, а кактус, это типа я колючая для цветов, а на вы, это потому что я твоя ровесница? Я уже как лучше хотел. А, как лучше. А ну иди сюда. Сейчас я тебе дам кактус понюхать и блокнот вручу как следует. А мне хоть бы как? Молчи, то есть не реви. Я тебя предупреждала вернуть костюм до четверга. Ты принесла? Настоящий директор филиала сразу кактуса метнул. Даша, ты чего? Я же как лучше хотел. Хотел, чтобы она за тобой гонялась? Вот все и получилось. Маша сказала, что этот подарок тебе больше понравится. Она же тебя лучше знает. А, значит, Маша. Как романтично. Ага, а еще как больно. От того, что ушла? Нет, просто кактуса по спине догнала. Это что такое? Это у вас праздник называется? Сергей Сергеевич, просто... Что?
Я... Да, я сама в шоке. Я даже готова была вас расцеловать. На нашем празднике были представители междугородных компаний. И они хотят тебе такой же хороший праздник. Мы всегда готовы. Ну, этот ваш ретро-грузовик и пиротехника 30-х годов, ну, просто машина времени. Тут хай-тек, тут ретро. Ну, я уже молчу, конечно, про супергероев, которые появляются после взрыва. В общем, я жду вас завтра у себя в офисе. 9 утра, наверное. Он меня вчера пригласил на свидание. А у меня новость покруче. Мне наконец-то заказали полный интерьер офиса Ричи Пауэр. Ну и что? А я вот лечу в Токио и в Нью-Йорк для подписания соглашения нашими новыми клиентами. А это значит, мой процент состоит в цифру дорогого автомобиля. Девочки, а мы решили вас на кемпинг пригласить, а то самим скучно ехать. Компания веселей. Да, после вашего вчерашнего полета над уровнем бассейн. Я даже верю, что вы супергерой. Да, до сих пор не понимаю, как это у вас получилось. Просто полезли проверить крышку для фейерверка. Так, мы согласны. На что согласны? Я и на Кипр согласна. Я вам сейчас такой Кипр устрою. Предупредили хоть. А то костюмы не сдали, а уже улетать собираетесь. Летим с нами. Окей. Только я возьму с собой несколько своих любимых костюмчиков. И я готова. Предлагаю и вам отдохнуть, и дарю вам билет. Диснейленд? Нет. На Лебединое озеро? Нет. Неужели на Владоряут? Нет. Тур по Средиземному морю на целую неделю. Но он минимум 2 недели ведь. Нет. 2 недели компания не может отдыхать. У нас масса работы. Сергей Сергеевич, вы мне билетик обещали. Я вам и компанию подобрал. Ну, у меня не получается. Маша, вот тебе письмо пришло. Любимая Машенька, я все осознал. Я наконец-то решил свои вопросы. В этом письме твой билет. Жду тебя в Лос-Анджелесе. Свадьба уже почти готова. Осталось только с тобой написать список гостей и выбрать платье. Все остальное сделал, как ты мечтала. Теперь твой шаг, если ты меня простила. И если ты меня любишь, прилетай, и я подарю тебе новую сказку. Как романтично! Даша, там к нам приехал целый лимузин, весь цветок. Говорят, за тобой, наверное, наш мистер микрофон расстарался. Подруги,
навсегда. Подруги навечно.